Привет, привет, мои дорогие. Вот у нас очередной мукбанг. Ну как же бы, мы не должны же встречаться просто так. Мы же должны что-нибудь пожрать. И представьте, у меня самая простая еда. Ничего вымученного. Макароны с яйцом и с колбаской. Я просто захотела макаронов с яйцом. И с колбаской. Открою секрет, я в детстве очень любила макароны с яйцом. Можно было еще посыпать сыром, но я не стала. С поджаркой. Вы любите поджарку? Я обожаю. Все быстренько. 5 минут. И вкусный ужин готов. Ну да. И калорийный. Совсем чуть-чуть. У кошек у меня такой же ужин. Ой, как вкусно. Обалденно вкусно. И просто, просто отвариваете макароны. Просто сначала поджариваете колбасу. На, простите, на маслице. Потом просто добавляете макароны. И просто добавляете яичко. Что-то я не хочу никаких салатов. Как-то мукбанг записывала, закашлялась. Потом поняла, что это я закашлялась на морковь по-корейски. Я вообще, в принципе, острое не ем. А если только чуть-чуть, она была для меня островата. Ну, колбаски, тоненькие кусочки. Вы, наверное, кстати, еще не видели мою собаку. Вот она прибежала. Собаку, которая спит 23 часа в сутки. Остальное время покушать и в туалет сходить. Все. Даже больше. В общем, я жду результаты мазка. К детям не езжу. А они у меня на даче. Как вкусно. Обалденно. Очень-очень вкусно. Поджарки, поджарки, поджарки. Как я их маленькая любила. И большая тоже. Я что-то забываю чавкать.
Услышали, да? Пришла есть. Дебби. Но она же маленькая. Кошки едят, кстати, целыми днями. Дебби. Сейчас. На Гошу огрызается. Гоша еще подошел, и она на него огрызается. Вообще она миролюбивая собака, добрейшая, добрейшая, всех любит. Но иногда вот, допустим, спит со мной, Гоша идет, она на него порычит. Может вот так грызнуться. Я котенку брала. Все, надо уже ставить им туалет. Я месяц и ставлю им туалет. Ставлю рядом. Они приучаются вообще, если кошка ходит в туалет, можно даже не заморачиваться. Котята тоже будут ходить в туалет, она их сама учит. Просто поставить, если кошку просто поставить рядом. Если кошка ходит мимо, и котята будут ходить мимо. Не приучаю вообще их сама. Они сами приучаются. Все, можно уже ставить. Они уже начали бегать, ползать. Вот я уж начала подкармливать. Сниму видео, как я их учу есть. Просто сил нету бегать с камерой. Посидеть еще, поесть, это да. Даже говорю, пока вот рецепт девчонки прислали, все купила, ну вот на один пока купила. А... Завтра, если ночь, если все ночью будет хорошо, ну, хуже не станет. Хотя я еще не съела из кальмаров. Я про него совсем забыла. Вы слышите, как вилка бьется? Завтра придется с вами доедать салат из кальмаров, а вечером делать другой. У меня, ну, на Ютубе выпускаю просто видео, сейчас не заморачиваюсь. Ну, наверное, это будет другая история. Я уже скушала. Многие... Ну, так... Приходит дзен, выпускает, ничего не получается. И уходит. Как и я сначала хотела сделать. А вон что вышло. Все, всех люблю, целую. Обняла. Ваша Наташа. Всем девочкам моим привет. И мальчикам тоже.